А можно я Пошел Кларка я, твою блядь, забрать спать. хочу? Министр, короче, Короче, кто высочайшего бота не тянет, можете с Ларкасом. Потому что с нами Кирита был все это время, а что-то я Кирита не заметил. Считайте, не тяну. Блядь, а че он играть? Где Тимони? Классика это вот это. Так, надо сбалансить. Ходит и как играешь. Какого бота выигрываешь? Да ебаный стыд. А че вы там флудите, блядь? Я по нулям, не знаю. Ходит, какого бота убиваешь? Высокого, да, высочайшего, если не облажаюсь. Кое-как. Блять. Блять, игра настолько громкая. Да, я вот тоже, у меня сейчас игра громкая, я... Вы еще спамите. Голубой, голубой, красный, голубой. А кто вылетел? А, звук уменьшит. Люци, лорд Одессы. Он написал, что звук уменьшит. Блять, чё как сбалансить, хуй знает. Чё, мы да не надо балансить, будет весело. Ларкас вместе с Кирита, а мы, сколько нас, шестеро против вас двоих. Ох. Ты знаешь чё, ты подруби карту. Давай вот так. Ты карту подруби, знаешь какую, где это? Островок такой в центре и по краям маленькие островки. Кто там жжёт? Какое? Кирита готов, ему похуй вообще. Ты снимаешь нахуй? Потому что я не снимаю. Снимаю, да. Ну все, расставляйте. Вой, ты порно-режиссером не работаешь случайно, блядь? Ты все время, блядь, все снимаешь. Не. А что за хуйня? О, хоть Ларка Салина выбрал. Я не понимаю, почему вы все играете за Винчи? Почему вы задрачиваете вот этих вот Винчи постоянно? Вы не хотите вот... Пускай ему надо Кирита. Да кто там, блядь, с краем? Так, а я какой, блядь? Кто там у них еще? Ну, Котл с краю, с трудов. Нет, вот, с краю. Сука. Агент, по-моему... Я там чебурек разъебет, блядь. По-моему, сильнее зеленого, поэтому пускай он так будет. Дай мне. Ой, блядь. Кто там остался? Зеленый, сука. Жирлый. Вы меня забыли. Зеленого там нету. Наверное, какого-то нет. Все, поехали. По комнатам, да? Чё, ебаш? Ты чё там, Кирита, я не знаю. Пишите. Кто в моей команде? Леонардо там? Блядь, слишком большая. У меня Кирита, агент. И Илай какой-то. С чебуреком со мной. Кто? Блядь, Леонардо. Кто еще? Да, Манда, блядь. С тобой чебурек, Одесса. И Леонардо. Меня, блин, уничтожать. Эй, а попробуй-ка это. Да. Да. Ну чё, какие ставки, блядь? Да. 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 Так, где я там, блядь? Чебурек, Ларкас, блядь, пиздец. Все будет сделано. Там конец. Там конец. Да вы заебали флудить, сука, я не могу, да? Знаете ли, бывает... Так что всех раскидали? Да, походу. Угу. Короче, редко видишь, когда 4 на 4 собираются. А я боюсь, дали этот альтабец с игры, меня выкинут может к хуям. Ладно. Крашно. Надо. Страшнее, не альтабесе. Ларкас. Если он на тебя нападет, все. Я уже опоздал. Наверное. Да, 4 на 4, куда ты вместишься? Красиво. А ты кто? Я кто? Да, Никс.
Я кто? Ник, скажи. Мы просто в игре. Если Skeleton Fox, ну, опоздал. Нет, я тебя не слышал. Короче, если кто-то из нас вылетит, то ты можешь его заменить. Хотя даже гадать не стоит. Окей. Так, кто там бегает туда-сюда с долбой? Бать, конечно, классно. Бинго, хитрить, мандрить. Ну да, конечно. Кто ж мог подумать? У меня пинг пипец прям. Ух, неприятный. Ну что поделать? Я, наверное, попробую вот это здание контролить. Ладно. Кто у нас зеленый, да? Угу. Хули ты тут забыл? На моем городе, бля. Только не разъебывайте с пула, ебаное все. Так у меня ковортл рядом со мной, класс. Спать сказали. Ладно. Брат, мы за тебя. Все те, кто венчи, направляйте телескоп прямо в центр, окей? Сейчас 10 тимоний достроя буду. Будет он. Строится. А, наверное, тогда вот сюда вот закину. Блять. Только не вылетай.
сюда туда им закину. Хорошо. А, кстати, я слежу лапка с лазарем чернил тут. Куда вот он лично спрыгнет, а? Вот и синий куда-то поплёл. Ага. У меня тут здание, походу, атакует. Да, блядь, да что ж ты альтабышься-то? Ты не альтабышься там. Сольёшь катку, тебя казнят сразу. Кто? Зачем? Ну, подумать надо, кто может казнить тебя. Ай, так, вот попасть такую херню. Так, надо вообще всё расстроить. Опа, приехали. Кому там помочь? Хе-хе-хей. Это хорошо. Позже буду войны строить. Я пока прибегаться буду. А, нет. У меня тут не особо строить. Приятная участь. Ковчег перейдем мочи. Ладно, сейчас помогу. Тебе помочь? А у меня тут прям неплохой десант с героем. Ладно, я сейчас помогу тогда. Смотри, чтобы меня не замочили случайно. Громко шу, пипец. Ты чё, Ленору призываешь? Ладно. Давай, Дева, скипну на то, что ты немножечко плохо разбираешься в игре. Ладно, придется защищать зеленого. Почему с ним детка кормит? Таких лоу хп уходит он, да? Нет, добили. Короче, сейвы с твоего города, чтобы защищать. Вот этот можете купить? Я за 100... Блин. Я вот этот за 140 могу купить. Хочешь купи. Блять, калькулятор нужен.
так я тоже куплю. У кого-нибудь есть уже пушки? Мы могли бы зарашить в центре города. Деревянную башенку, короче, починить. Так, у меня крафтить пару шишек. Какая-то интересная штука. Ирита, как ты умудрился давить лошадку? Ничего не понял, ну и ладно. Ну, Варкос почти профессионал, ты должен мне подойти. Варкос это кто, синий или красный? Потому красный. Что я на синего бузью построить. У меня аэродром строится, я могу заказываю даже. Я в плавильне Тимони, наверное, сейчас выйду. Калькуляторы стакуются. У тебя у Дожа уже взят пробитие это, опозданием? Нет, у меня пушки нет. Я сейчас синему буду все ломать. Вот тут. Не подходи, блин. Я синий хочет урон получит. Хотя вообще тут будет, если вдруг оранжевый припрется. Можешь перебросить пушки на песчаную эту башню? На какую башню песчаную? На, прям по ковчегу. Я его заставил отступить. Оранжевый, надеюсь, ты справишь. Потому что если продает лево, то там где-то будет. Капец, там мясо происходит. Это я тут что-то слева, потому что сейчас должен шахту поставить. Сейчас с Тимонем проблема. Ресурсы, блин. А что Ларка скупить непонятно? На Левиафана по-любому. Блин, ты что-то смешно оказался. Ладно, пойду атаковать что ли. Thank you.
О, спасибо. Можно попробовать зарашить вот этот город ниже, который. Попробуй. Да, я пока тут повоевать буду. Ай, промышленники прилетело. Понял, вот он. Сажение, конечно, потому что мне никто не доходит потом. Так, у розового городов дофига, но еще и красного давит, так ты возьму. В смысле? Я за ним приметил. А, я не успею. Без проблемы. А, по хильму не башит. Кирита, бля, и башит. Так, Руге вообще как картонный сносится, как Руга. Что-то я себя чувствую прям очень картонным. Что у нас там в центре? О, мясо какое. Ну, согласен. Так, как раз это точимся. Так, отлично, танки у меня есть. Так, где начать город, можно нормально так купить центр. Нормально, Леонардо. Паровой смысл нашел. Я чувствую себя немножко бесполезным.
если нет, все вполне нормально, если все слушают. Я пока что даже меньше, чем ты делаешь. Кстати, по факту, я просто нашел солнце. Почистили, только подпылесосили. Сейчас дуже прокачивать будем. Так, что-то... блин, прототипы бывает делать, что-то должен. А чё все голубые стали? Они ливнули? Залезь. А. Вот, все нормально. Не играли.